Жизнь штука непростая, но некоторые ее моменты можно значительно упростить, зная парочку незамысловатых хитростей. Кушая чипсы, вы постоянно пачкаетесь, а в упаковке помещается только одна рука. Надкусите упаковку и отрывайте полоску по спирали, пока у вас не получится большое отверстие. Теперь вы не пачкаете руки об упаковку, а делиться с друзьями стало гораздо удобнее. Если у вас постоянно расстегивается молния на брюках и это приносит вам неудобства, возьмите колечко от ключей, прицепите к застежке молнии, оденьте его на пуговицу и застегните штанишки. Вот и все, теперь вы готовы к подвигам. Вам надо принять душ, но вы хотите в туалет. Не надо усложнять жизнь, сделайте это прямо в душе, ведь об этом все равно никто не узнает, а вы сэкономите воду. Оторвите бумажку для заметок и почистите щели в клавиатуре. Вы будете в шоке, когда обнаружите там целые джунгли. Чтобы не получить ремня от папы за поцарапанную деревянную мебель, возьмите обычный грецкий орех, а именно съедобную его часть. Потрите ею повреждения, и они станут гораздо менее заметны. Если, рисуя ровный круг от руки, у вас получается вот это, положите руку на бумагу косточкой мизинца и, вращая бумагу, прижмите к ней маркер. Держа руку неподвижно, должен получиться почти идеальный круг. А если поставить руку на средний палец, то получится кружочек поменьше. Экспериментируйте, тренируйтесь, и у вас все получится. После долгого дня ваша обувь неприятно пахнет? Хорошенько заверните ее в полиэтиленовые пакеты и поместите на ночь в морозилку. Отрицательные температуры убьют большинство бактерий, и они будут пахнуть куда приятнее. Вам надоели хаотичные кучи целлофановых пакетов? Возьмите пластиковую бутылку и надрежьте ее в нижней части чуть более чем до середины. Сверните в рулон все пакеты, накладывая их друг на друга примерно на треть длины. Вытяните кончик пакета из середины и поместите рулон в бутылку. Таким образом, пакеты удобно вынимать, и они занимают гораздо меньше места. Вам нужно распечатать текст, а черные чернила закончились? Выделите текст и задайте ему максимально близкий к черному цвет, к примеру, темно-синий. В этом случае использоваться будут цветные чернила, а полученный цвет будет сложно отличить от черного. Если у вас сели батарейки на пульте от телевизора и есть только одна новая батарейка, скрутите палочку из фольги и вставьте ее на пустое место. Пульт все равно будет работать, и этого должно хватить, пока вы не купите вторую батарейку. Как же неудобны длинные провода, когда эта особенность вам не нужна. Возьмите карандаш и плотно намотайте на него провод. С помощью фена для волос на протяжении нескольких минут равномерно нагревайте его со всех сторон. Затем остудите под холодной водой из крана. В итоге вы получите более компактный провод, который держит свою форму, занимает меньше места и даже выглядит более симпатично. Если вам понравилось видео, напишите об этом в комментариях и поделитесь им с друзьями. Это лучший способ выразить благодарность за проделанную работу.